Всем привет! Сегодня буду готовить листья одуванчика. Что для этого нужно? Нужно луковицы, где-то 3 штуки. Лук здесь не помешает, можно и больше, можно и меньше. Листья одуванчика, молоденькие вот такие. И их нужно накрошить вот так, не очень крупно, но и не очень мелко. И чеснок. Так, лук у меня уже жарится. Теперь мне нужна водичка, довести ее до кипения, но чтобы не кипела. И сейчас пробланширую листья одуванчика в этой воде. Бланшировать нужно где-то до 5 минут, не очень много. Надо, чтобы наши листики помякли. Листья одуванчика еще бланшируются. Сейчас через минуту можно будет вынимать. Лук у меня тоже готов. Сейчас я вот так пропустила чесночок. И сейчас добавляем сюда чеснок. Чеснок можно ложить сколько вы любите. Мы любим много. Так, теперь я вынимаю листья. Так, листья сейчас мы процедим. Так. И сразу их опустим, какие они красивые, в холодную воду. Я даже лед добавлю сюда, чтобы оно так сохранит цвет. Какая красота! Чесночок немножко поджарим и бросим сюда охлажденные листья. Листья я вытащила на такое решето. Вот их нужно так вот выдавить руками, чтобы в них не осталось воды. И сейчас, смотрите, какой лучок красивый. Поджарился вместе с чесночком. Сейчас мы эти одуванчики перелаживаем в сковородку с луком, чесноком. И будем жарить. Смотрите, какая красота. Одуванчики почти пожарились. И смотрите, нужно смотреть, если не хватает масла, добавлять. Я, например, начала жарить на кукурузном масле, а в конце немножечко добавляю оливкового. Есть люди, которые добавляют сливочное масло. Все, наши одуванчики готовы. В конце жарки добавляем соль по вкусу. И черный перец. Кто любит перчененько, можно побольше, кто не очень, поменьше. Все, мой салат из одуванчиков готов. Теперь я
еще поджарила немножечко кедровые орешки и миндаль сверху посыпала. Теперь, как мы его кушаем? Сверху выжимаем лимон. И кушается этот салат руками, с питой. Вот так. Сейчас будем пробовать. Очень вкусно. А сколько витамина в нем? Всем советую, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. Пока, до следующего видео. Ставьте лайки.